Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Pixel 8 Pro, и сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек приложений. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», далее проходим раздел «Система». Здесь мы выбираем «Сброс настроек» и нажимаем «Сбросить настройки приложений». Нажимаем «Сбросить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Thank you.